Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Матчи 1-16 Кубка Европейской гандбольной федерации пройдут в Гомеле. На домашней арене женская команда нашего региона будет принимать Истогу из Косово. Встречи состоятся 13 и 14 сентября в 19:00 и 17:00 соответственно. Напомню, что гомельчанки стартуют с первого отборочного раунда в Кубке ЕГАЭФ. Сыграны очередные матчи третьего тура группового этапа Кубка Руслана Салея. Хоккейный клуб «Гомель» встречался с «Локомотивом». После финальной сирены счет на табло был в пользу «Рысей» 4-3. Продолжаются у гомельчан и кадровые пополнения. Годовой контракт подписал российский защитник Александр Петров. Минувший сезон он провел в составе гродненского «Немана» и стал серебряным призером чемпионата страны, а также обладателем Кубка Беларуси. Кроме того, тренерский штаб пополнил и белорусский специалист Дмитрий Овсянников. Последним местом работы в Беларуси у него значится хоккейный клуб «Бобруйск». До этого он работал ассистентом главного тренера в «Лиде» и «Металлурге». Гомельчанка Мария Мамашук завоевала бронзу на мемориале Циолковского. На турнир, который проходил в Варшаве, собрались лучшие борцы со всего мира. Представительница нашего областного центра выступала в весовой категории до 68 килограммов. Мамашук завоевала бронзу и разделила третью ступень пьедестала с украинкой Алиной Бережной. Первое и второе место заняли представительницы Монголии и Канады соответственно. Гомельчанка Виктория Новикова завоевала бронзу на Кубке Европы по дзюдо. В Познане собрались представители национальных команд в возрасте до 21 года. В турнире принимали участие две представительницы области – Виктория Новикова и Валентина Трошка. В первый день соревнований медальную копилку сборной Беларуси пополнила Новикова. В борьбе за выход в финал она проиграла представительнице Хорватии, которая и стала победительницей турнира в весовой группе до 70 килограммов. Во второй день соревнований Трошка одержала победу в первой схватке, но проиграла в двух последующих. По итогам соревнований она заняла 7-е место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».